Привет-привет, наш новый день. И, кстати, такой классный, вон, у нас солнышко светит вовсю просто. У-ху. Мы встали что-то поздновато сегодня. Ну, ничего. Да, скажем, нам сегодня никуда не надо, нам можно. Мы уже сходили в душ с малышкой. Сережа вот только-только встал, нас догнал сегодня. Ну, и сегодня будем сейчас делать блинчики. И обязательно, просто обязательно надо же ходить погулять. Где этот, как его... Цветочек наш. Как же он называется, Химая? Гладиолус, а этот. В общем, он потрясающий, я их так люблю. Наш Ванадин еще сидит вот там, за грязными малышки, за малышки окна. В твороге ничего не видно. Вот, а там у нас оранжерея, цветочки там. Офигеть, это сразу солнце, просто капец. Сразу в доме так светло. И света никакого не надо. Блин, мы уже забыли, что такое не включать свет по утрам. А тут просто офигеть. Солнышко. Привет. Я тебе вот на сделал. Обрезал у кота лишнее. Обрезание произошло. А можно ей? Нет, мамка нельзя. Грушу кусочек. А, грушка тебе. Отлезешь поближе к еде. Уборочка. Почистил телефон, сейчас почистил пылесос, сейчас разобрал, там намотался ковер. Причем зеленый, непонятно откуда он взялся вообще. Ну вот, короче, подоскидал сейчас пылесошу. Эй, вы что? Эмили, сосисочка. Надо глянуть, зубки все-таки у нее, может, не прорезалось. Идеальненько, ты посмотри, идеальненькое стекло. Аня, у Алины еще и стеклышко помыла, она только что всю ванную вымыла. Молодец такая. Ой, вот офигеть, смотри. О, все чистенько, это я уже тут поднакидал. Вот стекло, да, такое грязное было. Алинке очень понравилась вот эта вот губка кругленькая. Не знаю, ты ее взяла. А, потому что тоненькая и не толстая. Ее легко мыть, ее легко в руку брать. А, ну вот. Где же такие продаются? И ванные, и раковины, и полики вообще-то подтирала. Но я сегодня сделал два ролика. Как вы знаете, у нас ролики выходят не в срок, а с большим опозданием. Но за каждый день. Вот. Когда я выпущу все ролики, то есть подготовлю, да, то есть день в день сделаю, тогда я буду прописывать описание. А пока что этим занимается Алина, но у нее на это нет времени. Поэтому ролики сейчас не выходят вообще. Лежа пьет. Эмилька ест грушу. Если у нее что-то вкусненькое, она любит куда-нибудь забиться, в какой-нибудь уголочек, сесть и спокойненько все это умять. Сережа поехала вывозить мою маму, она вот погуляла с Эмили, которая проголодалась, да? А я сейчас попытаюсь немножко поделать английский. Куртка наша постиралась, поэтому Сережа теперь вазон в свидание. Моднявый! Нормально мама отвез, да? Да. Хорошо, спасибо. Не знаю, будешь собственно интеллигентный, я тебе взял.